Количество участников конкурса «Я законодатель» в этом году возросло в 5 раз. Если в 2020-м за победу боролись 53 человека, то сейчас уже почти 260. В Кремле сегодня состоялся второй этап конкурса. В нем принимают участие ученики, студенты и научно-педагогические работники. Победа будет присуждаться в нескольких номинациях. Конкурсную комиссию возглавляет председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. Он отметил, что география конкурса охватывает уже практически всю область. Теперь участникам предстоит очный этап и защита своих работ. Результаты второго этапа будут опубликованы на сайте Заксобрания.